Правительству важно находить обратную связь от граждан, соответственно, для того, чтобы понимать вообще, какие нужны инфраструктурные объекты, да, то есть, в первую очередь, социальная инфраструктура, которая у нас создается сейчас в государстве, на это вот как-то взял курс и правительство, и новый состав Государственной Думы, который был избран действительно недавно. Соответственно, для того, чтобы строить инфраструктурные объекты, нужно понимать, где их строить, в каком количестве. Сейчас очень актуальны алгоритмы больших данных, когда у нас собирается, все это обрабатывается за счет технологии искусственного интеллекта, становится понятно вообще, как выстроить эту инфраструктуру максимально эффективно. Сейчас технологии позволяют прямо на портале госуслуг пройти регистрацию, то есть вы регистрируетесь на портале госуслуги, если вы еще этого не сделали, соответственно, после этого можете пройти, собственно говоря, всю процедуру очень удобно, сейчас все достаточно интерактивно понятно, то есть есть поисковая система, вы, соответственно, в ней вбиваете запрос, собственно, переписи населения, проходите, все очень удобно, интерактивно, опять же, интуитивно, понятно, то есть можно выбрать из выпадающего списка какой-то вариант ответа, или же, соответственно, вбить ответ самому. Таким образом, как бы получается, что вы все можете сделать максимально комфортно, безопасно и быстро.